Как стать философом? Смерть и невзгоды к нам намного ближе, чем нам наивно кажется, когда все хорошо. Они нас ждут везде – в Москве, в Париже, в Нью-Йорке, в Питере и даже в Бодайбо. Они нас ждут за праздничным застольем, в ходе убогой пьянки за углом, за виски, джином, пивом, за паленкой, за фуа-гра, за пловом, за борщом. И они с нами рядом, на сиденье, и в «Жигулях», и в «Ламборгини», и в «Пежо», и в «Мерседесе», и в «Порше», и в «Ситроене», и в «Запорожце» им удобно, хорошо. И видят они нас в любой одежде, в норковой шубе, и в шиншилловом манто, в свитере черном, и в рубахе белоснежной, в ватнике, в кирзаках, и в кашемировом пальто. От них не спрячешься ни в замке, ни в зимовке, ни в воздухе, ни на воде, ни на земле, ни на больничном, ни в командировке. Эти друзья найдут тебя везде. Многие думают, поможет им винтовка, ну или пушка на худой конец. Но не поможет здесь даже страховка, будь ты мудрец, хитрец или подлец. Они всегда шагают с нами в ногу, и в зной, и в стужу, в солнце, и в туман. Бывает, многие считают по-другому. Ничто иное это, как самообман. Жизнь есть явление единственное в мире, в чью суть опасность просто вплетена. Кто понял это, тот философ, не эмпирик, не нервничает тот по пустякам. О существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор вам ищет эссе. С вами говорит стихами, существенно и важно, доктор Волощук СД.